Несмотря на проливной дождь, в парке Дубки собрались сотни спортсменов. Здесь проходят ежегодные соревнования по спортивному ориентированию, приуроченные ко Дню народного единства. Сегодня своеобразная такая дисциплина, которая с общего старта они стартуют. Ну, там варианты рассеивания, они все вместе в очной борьбе борются, находят контрольные пункты по очереди. И потом на финише разыгрывают место. Мероприятие проходило в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколения». Потому перед началом стартов короткий исторический ликбез, посвященный ополчению Минина и Пожарского против польских захватчиков во время смуты. Несмотря на погоду, вы посмотрите, сколько народу пришло сюда. Сколько детей. Как красиво. И это правильно. Этот проект крупномасштабный. И я с гордостью могу сказать, идея этого проекта принадлежит моим коллегам, депутатскому корпусу. Спортсмены прошли дистанцию от 800 метров до 3,5 километров. Нашли 20 контрольных точек. Стартовали участники по возрастам. Первыми вышли 8-летние спортсмены. А когда стартовали самые старшие, 23-летние участники, малыши уже завершали забег. Среди них очередную золотую медаль вручили Надежде Найденковой. У меня по ориентированию где-то 4 или 5 медалей второго места, 2 или 3 третьего места, или даже 4. А первое место у меня одно есть. Спортивное ориентирование в Химках пользуется популярностью, причем у жителей разного возраста. Ведь с каждым стартом участников становится все больше. Ксервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.